И всем привет, с вами я, Маша Лайм. Да, и сегодня мы играем в Bad Wars. Так, кровать я нашла. А тут ник можно поменять, нет? Ну, нет, нельзя. Наверное. Да тут дофига деревьев. Я, наверное. Да, ваша кровь. Как? Никто ее не застроил. Как уже собрались? Он невидимый. Или не невидимый? Там еле на 15 секунд. О боже. Только сними броню. У меня нет брони. Так зачем? Так она будет видна, если ты выпьешь гелия. Невидимости. Я не выпью. Ага. Я пойду на смерть. Мы уже не вернемся, ты понимаешь? Ну да, я, короче, пошла. Бегу. Ты умерла? Да, я бегу. Я бегу, я иди сюда осталась или нет? Нет. Куда пойти? Я сейчас, подожди, не беги, там идут алмазы. Они бегут туда, они ломают дорогу. Ну ладно. Тут, блин, стоит вообще ни в чем, как бы ни в чем не бывало. Ему вообще пофиг, что у нас уже кровать сломана. Красным надо бежать, они там голые ходят. И у них там тоже ломают дорогу, вообще. Алмазник наш идет. Он умрет. Спорим. Уже нет. Уже бесполезно. О, молодец. Он из лука двоих убил. Двумя стрелами. Одного одной стрелой, второго второй стрелой. А, офигеть. Понимаешь, они оба упали. Мальчик. Мальчик, блин. Еще один пацан. Нет, ты не должен умереть. Он умер? Маша, не надо, ты идешь на верную смерть. Ну ладно. Маша, желтый бежит. Короче, М. Хито. Ты возродился, как? Я не знаю. Но я до сих пор не нашла железа. Умеешь луком стрелять? Ну, умею. Так? Не знаю, наверное. Это хорошо. Если дальше команде, то это очень вкусно. У меня тоже третий. Молодец, он всех убивает. А как у него ник? Не знаю, посмотри. Давай в мид пишет. Вот. Сейчас. Вот, где баука.
Г. Просто нажми на букву Г и таб. Попала. Попала. Желтый! Желтый! Он почти меня убил. У меня вообще брони даже нет. Понимаешь, мы вообще... Ой, меня стреляют уже. А, тут самый разгар игры. Понимаешь, мы единственные без кровати. Ну, да. Я смотрю. Как там бывал? Сломать блоки. Да, блин, я по дереву попадаю, не по чуваку. Идет за ним еще один, сломаю ничего. Маш, к вам сзади строят. Сзади, нет, ну сзади, не к вам. А, вот он, деревянный. Короче, вот. Маша, вернись назад. Назад. Назад, Маша, нет. Маша, он идет. Дура. Попали. Маша, идут. Вот. Разрушил вообще около двух кровать. Его вообще никто не замечал. Ну, ты еще не купаешь. И он, понимаешь, еще лучше тебя закупает. А что, где? Желтых уже нету, остались только синие, ребят. А где синие-то? Чего они шикуют? Вот один вышел. Что, убежал? Пошел такой на меня, но... Он даже прицеливаться не умеет, ты прикинь. У него там просто все в огне, и он в огне. Потому что я в него очередной раз попала. Он идет, Аид идет. Да, я вижу, да. Да просто у него хп-то мало, наверное, осталось, его они покромсали-то. Давай, Маш. Что, мне тоже бежать? В один побежал. Не, я буду их обстреливать, наверное. Так лучше будет. Синих есть кровать. А у нас нету. Если тот читак, ему можно. Ну, скорее всего, не знаю, может быть, он просто хорошо. Может, поможешь мне? Логично. Победила зеленая команда. Да. Нет. Ну и на этом видео заканчивается. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео, подписаться на канал. Нажмите кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения, конечно же, о наших приключениях. Ну а еще не забудьте подписаться на канал, мой канал. Ссылку на Викин канал я оставлю в описании. Ну и на этом видео закончилось. Всем пока!
С вами был Мирок и Маша. Ну и всем пока!